Здравствуйте, друзья мои! С вами Шамов Дмитрий. И у меня просто великолепные новости. Мой проект по изданию книги «Русский дух в стране самураев» не только собрал необходимую сумму, но даже ее пересобрал. Также мы побили сверхцель. Собрано 1 миллион 480 тысяч 14 рублей. Спонсорами проекта стали 1390 человек. Спасибо вам большое за поддержку. На эту сумму я смогу издать 5500 экземпляров, а также добавить дополнительную цветную страницу. И как я обещал, среди всех спонсоров я разыграю два приза. Среди спонсоров, которые вложили от 50 рублей и выше, будет разыграна целая коробка японских вкусняшек. Среди тех же, кто вложил от 300 рублей и выше, будет разыгран 1 год курсов живого японского языка. Победитель определится рандомно, то есть случайно. Давайте я вам покажу. У меня есть таблица с 2 страницами. Спонсоры от 50 рублей и спонсоры от 300 рублей. Так как минимальная сумма спонсорства – это 50 рублей, то в первой таблице все 1390 человек. Во второй же таблице с людьми, которые вложили от 300 рублей, она намного меньше – 1131 человек. Как вы понимаете, люди, которые вложили от 300 рублей, они участвуют в розыгрыше и того и другого приза. Чтобы выбрать победителя, мы воспользуемся специальным сайтом. Я нашел его просто в интернете, это генератор случайных чисел, вы вводите необходимый диапазон, например, от 1 до 1390, количество всех спонсоров, и нажимаем кнопку «Сгенерировать». Выпадет какое-то определенное число, и именно этот человек победит в нашем розыгрыше. Давайте прямо сейчас это и сделаем. Начнем, пожалуй, с таблицы общей, где все до единого спонсоры, которые вложили от 50 рублей, 1390 человек. Что ж, всем удачи, я сейчас нажму кнопку «Сгенерировать», и человек, чей номер выпадет, победит. Ту-ду-ду-ду. Нажимаю. Номер 413. Давайте посмотрим, кто наш счастливчик. Кто победил? 413. 413. Танечка Кудрина. Это наш победитель. Давайте поставим отметку. Зеленым цветом сделаем. Танечка Кудрина. Я потом ей напишу, или, надеюсь, она мне тоже напишет, на почту, которую я оставлю в описании под этим видео, чтобы договориться о отправке японских сладостей. Помимо того, что Танечка Кудрина получит сладости, она также получит призы, которые идут по ее вознаграждению. Не знаю, какую сумму она точно внесла. Она могла внести как и 10 тысяч, так и 50. Это не важно. Она поучаствовала в розыгрыше призов и победила. Давайте теперь посмотрим другую таблицу. Посмотрим, кто выиграл целый год курсов живого японского языка. Вводим 1131, 1131, потому что именно такое число человек, которые вложили от 300 рублей. Давайте еще раз проверим. 1131 человек. И нажимаем кнопку «Сгенерировать». Всем удачи! Ту-ду-ду-ду! Номер 306. Давайте посмотрим, кто у нас под номером 306. Под номером 306 у нас Блад Катарсис, как я понимаю, не знаю, как человека зовут, поэтому будем его звать Блад Катарсис. Просто надеюсь, что он тоже мне напишет, чтобы получить год курсов живого японского языка. Вот мы определили двух победителей. Также все спонсоры, 1390 человек, получат свои вознаграждения, когда придет время. Время написано в самом проекте, вы можете посмотреть. У каждого вознаграждения есть определенная дата доставки, поэтому вы обязательно посмотрите. Хочу сказать большое спасибо всем, кто поддержал мой проект. Благодаря вам моя книга «Русский дух в стране самураев» сможет увидеть свет. Ее сможете прочитать не только вы, а возможно и люди, которые вообще мало знают о Японии. Они прочтут книгу, узнают о стране больше, и возможно отношения между Россией и Японией немного наладятся. Во всяком случае, мне хотелось бы в это верить. Спасибо вам большое! Ну что ж, осталось дождаться ноября, и вы сможете прочитать книгу «Русский дух в стране самураев». Будут еще интересные видео, различные розыгрыши и, конечно же, другие интересные проекты. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, чтобы следить за всеми обновлениями.
Также оставляйте комментарии и, конечно же, ставьте лайки. До встречи в следующих видео. До свидания.